Добрый день, дорогие друзья, уважаемая женщина. Я обращаюсь к дружному женскому коллективу компании «Рога и копыта». Благодаря вашим красивым улыбкам, закадровый голос убирается, теплым сердцам, ваша компания цветет и процветает. И мы надеемся, будет еще долго процветать. Как много хотелось бы сказать хороших слов в ваш адрес. Но, к сожалению, время в эфире ограничено, и поэтому я вынужден говорить только самые важные и теплые слова. Уважаемая женщина, оглянитесь вокруг. Посмотрите, и вы увидите, в обществе все-таки остались настоящие мужчины. Хоть нас не так уж и много. Закадровый голос. Да, друзья, соглашусь, что времена сейчас не из легких. И пучок лука в наше время стоит как букет цветов несколько лет назад. Но все прекрасно понимают, что молодец не тот, кто подарил даме цветы на 8 марта, а тот, кто утром 8 марта принес даме пивасика из холодильника. А еще говорят в народе, как жена встретит 8 марта, так весь год муж и проведет. Поэтому, драгоценные мои, счастья вам и огромной любви с Международным женским днем. Поздравляю!